Мы с вами виделись, по-моему, у вас было 7 или 6. А теперь в семье Быстровых 9 детей. В подарок от депутата – бытовая техника. Вещи крайне полезные для такой большой семьи. Ну и, конечно, цветы в честь прошедшего Дня матери для главной героини семейства. На руках у Гаины тихо спит крошечный Вениамин. Он родился всего 10 дней назад. Вчера был День матери. Это просто всего лишь повод еще раз прийти в замечательную семью с таким большим количеством детей, с таким жизнерадостным отношением к жизни. Депутатский корпус, городское собрание, партия «Единая Россия» всегда помогает тем, кто в этом нуждается. Это пенсионеры, ветераны, многодетные семьи. Родион Цирульник – частый гость в семье Быстровых. В этот дом, говорит депутат городского собрания, приходить одно удовольствие. Слышать детский смех и видеть улыбки счастливых родителей. Родион Цирульник и сам многодетный отец. В его семье 4 детей. Мы уже не первый раз с ним встречаемся. Очень приятно получать одно. Подарки каждый раз замечательные такие. Вот очень хорошее отношение у него к нашей семье и вообще к многодетным. Стараются они обходить нас вниманием. Мы вообще благодарны, что вокруг нас такие люди замечательные. Быстровы – это семья талантливых людей. У каждого есть свое увлечение, но музыка общая для всех. Звуки скрипки и пианино в этом доме звучат часто. Самой старшей дочери Читы Быстровых Анне 18. Младшему, не считая новорожденного Вениамина, Илье 3 года. Но, несмотря на большой опыт воспитания малышей, Гайне постоянно стремится к развитию. Чтобы еще больше вложить в каждого из 9 детей, она пошла учиться. И сейчас получает высшее образование по специальности педагог начальных классов. Как говорят Быстровы, силы и время у них есть на все. Потому что есть любовь. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.